Дорогие белорусы, миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины, воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к нашей многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос. Выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают, если белорусы рухнут, следующими будут они. Все стрелы ядовитые, ковидные направлены сегодня против Лукашенко. Свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот, знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет. Нигде, ни в Австралии, ни в Штутгарте им места нет. В офшорах денег тоже нет. А в лапте обуть народ вам не удастся, и под плетку загнать уже не получится. И помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они люди в погонах, вам этого сделать не позволят, даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века. Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают.